Учасники змагань потрошки зійшлися. Але, до речі, у нас тепер є і гості. І ми обов'язково зараз поспілкуємося з нашими гостями. Доброе утро. Ребята, я вас приветствую. Тепер особисто з вами знайомий. Ну, ми, здається, давно знайомі. Да, хлопці, скажіть, будь ласка, от ви завітали до нас в наше місто, ви побачили нашу водойму. Скажіть, будь ласка, як ви завітали сюди? Як ви добралися? І на що ви розраховуєте? Тобто, відповідь на машині не устроїть, да? Ну, в принципі, як би можна сказати. А, ви машина, однако, приїхали. Я не заметив, що це була машина. Ні, на самом деле, ми фактично місцеві. Я взагалі тут прописан в селі Луполові. Тому я, як би... Ви дуже часто гость на нашому Южному Бугі. Да, да, ви рибачите там. Ми тут навіть мотиля мили, щоб бути вже... Дерево, причому по вашому совету. Ви сказали, якщо нет мотиля, то вот езжайте туда, там либо дед моет, либо вам дадут. А, это я был, снарягу, точно, да, точно. Дадут, да, снарягу, да, и мойте. Вот мы мыли мотыля. Да, так вы все-таки приехали порыбачить или поучаствовать? Или... Ну, мы приехали по приглашению. Да. По приглашению рыбинспекции Ульяновского района на детские соревнования по рыбалке. Вот как бы, в принципе, вот так вот. Но еще планируем, в принципе, половить, если получится. Половить или на этом водоеме, или на самом Южном Бугу. На левой его части, слева от Одесского. Может, кто-то сначала у вас половит? У вас проехала телекоманда? Да, может быть, и попробуем у вас половить. То есть мы прикормку взяли опарыша, взяли пинки, взяли красного червя. То есть если у ребят у кого-то нет, у нас запасом. То есть мы все много взяли. Вот, и, конечно, хотим попробовать половить на водоеме. Я думаю, что здесь карасик какой-то есть. Ну, в принципе, я думаю, не только карасик есть. Да, по большому счету, я, насколько понимаю, вам важна не рыба, а сама процесс. Да, это, в принципе, как для всех рыбаков. Ну, в первую очередь, конечно, соревнования детские. Ну, мы очень рады, что вы к нам приехали. Да, спасибо. Вот у вас приехала целая команда. Я так понимаю, есть у вас оператор. Сейчас у вас появится конкурент. А, это конкурирующая фирма у нас есть. Мы пойдем, пожмем руку ему обязательно. Конкурирующей фирмы от Громады Рыбалок. Доброе утро. Доброе утро. Да, вот машину выгнать. Нам сказали. А где основная часть будет, чтобы мы поставили? Основная часть, сейчас я все покажу вам. Покажете, да? Да. А, хорошо. Ну все, мы не... А, девушка, ого. У вас в команде есть прекрасная девушка. А это девушка, вообще место. Расскажите, насколько я знаю, вы сами рыбачите. Да. Вы будете принимать участие в нашем соревновании? Нет, не буду. Почему так? Мне кажется, я уже выросла, и уже на ребенка не похожа. Но у вас был бы шанс, очень хороший шанс здесь выиграть хороший приз. Я думаю, пусть дети останутся с подарками, не будем забирать их. Пусть будет так. Все, мы не будем мешать ребятам налаживать свои устройства. Пойдем посмотрим наших зрозумілих, розмови з хлопцями. Вони приїхали не з пустими руками. Тобто вони для наших учасників привезли деякі призи. Розкажіть, що ви привезли для наших учасників, хлопці? Ну, це ж призи. Це ж призи. Та ще соревновання не починали. Вони ж тільки після соревновань. Ага, понятно. Тому ми будемо тримати інтригу до кінця. Я что спросил? Вот такой, вставайте, дай. Ой, а парик летит. Андрюш, ты что, великое ведро подаешь, что? Да, конечно, да. Молодец. На цей, Саша, опариш буде клювати точно, це не місцевий опариш. Це з міста приїхав, так що бери. А я знаю. У тебе коробочка є? То возьми коробочки, стаканчик, ну что я бери. Пинку, опарик. Нет, ты что сам, не, уже пинь. О! Я можу достати. Ззаді зайдемо і все подивимося. Так, салопат на резинний бурим, це пасирин. Дякую. Валерий Викторович, давай фуражку представляем. На паре как нибудь кого? Сюда напишите, да? Другой тары нет, то немножко, пожалуйста.
Це не їсти, це вивезти. Хай повний не надо. Мы вкрадем сейчас у канала Трофей их секреты. Секреты? Да, и тихаря будем показывать потом людям, что они тут делают. Как извращаются, да? Ну, своего рода, я называю это, да, в принципе. Я понял. Ну, сейчас мы делаем, завоздушиваем прикормку, и прикормку перебиваем через 3-миллиметровое сито. Что мы делаем? Мы берем пшеную кашу. Да, лучшая прикормка для карпа. Конечно, конечно. Пшеночка – это самое оно. И для карпика, и для карасика, вообще по всей белой рыбе. И что мы делаем? Кашу мы немножко переварили, мы хотели ее доварить до другого состояния, но так как мы вчера поздно приехали, мы ее немного переварили. Поэтому приняли решение кашу перебить вместе с темной прикормкой мелкофракционной. Чья прикормка у вас? Чачья пользуется? Ну, сейчас в данном случае это Fish Dream. Угу. Вот, мы взяли, в принципе, это одна из моих таких любимых прикормок. Именно в черном цвете, именно вот в черной серии. Вот. Она полностью проходит через 3-миллиметровое сито. Основа прикормки какая? Бисквит, бисквит. Понял. То есть тут то, что мне необходимо, это именно бисквит. Вот. Берем пшеную кашу. Пшеная каша у нас сварена с добавлением 2 ложек сахара, чтобы она была сладенькой. Просто сахара, не ванильного сахара, а просто нет, сахара? Нет, можно ванильный сахар, можно просто сахар. Я добавил просто сахар. То есть у меня будет сахар, пшеная каша, черная прикормка, Fish Dream Black называется. Значит, мы ее перемешали, шуруповертом перемешали, и у нее получается запах такой сладко-пшено-бисквитный. То есть пахнет она печенькой. Да, это, в принципе, любимая такая прикормка для всей белой рыбы. Да, запаха, ярко выраженного запаха у этой прикормки нет. Я и не хочу добиваться ярко выраженного запаха, потому что, не зная водоем, ярко выраженный запах может как сыграть на руку положительно, так и отрицательно. То есть, если запах не придется рыбе по вкусу, то, соответственно, ни одной покровки вы не увидите. Эту прикормку вы готовите для прикармливания рыбы или там на кормушку, на фидер? Или... И для прикармливания, и на фидер, в кормушку. Но, в принципе, тут хороший вопрос, потому что конечно, можно, во-первых, использовать прикормку для прикармливания самой точки в большом. Если мы говорим о карпе, да, то мы прикармливаем кормовую площадку. Кормовую площадку стол, с да. разбросом, делаем кормовой стол, да. С разбросом диаметр этого стола доходит до 3 метров. То есть, грубо говоря, 3 метра разбросали, полепили шарики. Вот у меня есть шаролепочка вот такая вот. Тоже это из последних девайсов. Угу. Сейчас еще раз покажите, да, я в принципе еще не видел такой прикола. Да, это тоже у меня относительно недавно. То есть пользуюсь ей где-то уже 1.5 месяца. Классная тема. Зачем она нужна? То есть у меня есть рогаточка. Да, я понял. И из рогатки я выстреливаю шарики. То есть если у нас ближняя дистанция, то есть на ближней дистанции нам, соответственно, шарики выстреливать не надо. Их можно добросить рукой. Рукой, да. Слепить побольше, добросить рукой. Если же речь идет о том, что мы прикормочный стол формируем на расстоянии 35-40 метров, соответственно, там уже нужно стрелять из рогатки. Для того, чтобы стрелять из рогатки, шарики должны быть однородные, достаточно относительно плотные, чтобы не разлетались в воздухе, да, и долетали, проходили через толщу воды и ровненько ложились на дно. Ну, здесь я вижу, у вас еще есть и кукуруза. Кукурузка имеется, да, то есть у меня, давайте я вам перечислю все, что у меня есть. Пшено, да? Да. У меня есть горошек сваренный, вот он отдельно, уже в патриотическом пакетике. Да, он тоже немножко разваренный. Ничего страшного, это не смертельно. Да, но я буду перебивать его тоже через сито, поэтому все в порядке. Дальше у меня есть кукурузка. Не знаю, буду я использовать ее сегодня или не буду. У меня есть семена конопли. Ух ты. Для разрыхления прикормки. У меня есть молотая конопля. Угу. То есть это все техническая конопля. Да, если я вдруг, понимаю, если да, вдруг да, кто, с добавками. Да, 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 вдруг да, кто не знает, то да, поверьте, я не буду наноситься. Ну, рыбак, в принципе, понимает, что это такое. Да, рыболовы, да. Потом у меня есть рапс. Да, рапса, да. Это семечки рапса, да. Лен. Лен хорошо действует, если вы знаете, да, бабушкины рецепты, слабительное. Да, конечно, да. Точно так же он действует и на рыбку. Ну и вообще семена. Это все натуральные семена, которые есть в природе, которыми питается рыбка. Это натуральная пищевая база любой белой рыбы. И здесь у нас вот ребята мне вот такую вот вещь купили. Это смесь различных семян, всех злаковых перемолотых в мелком помоле. Это микс будем называть. Да, да? Микс. Вот компания FFBaits, они... Только мы с ними недавно познакомились позавчера, и вот я как раз и хочу заняться тем, чтобы все это попробовать. Плюс
У меня есть еще новые прикормки, которые я не пробовал, но на которые у меня хорошие ставки. Познакомились неделю назад с ребятами из Хмельницкого. Сейчас я вам покажу. Сейчас. Да. Вот такие вот прикормки. Значит, ребята занимались, в чем плюс этих прикормок? Может, я забегаю, конечно, вперед, потому что пачки у меня еще запакованы, и прикормку я еще не испытывал. Но уже по помолу прикормки, по качеству помола прикормки, я вижу, что она достаточно высокого качества. Это Хмельницк, это ребята, они в прошлом году появились, они продаются только в Хмельницке. Угу. Познакомились 2 недели назад, ребята прислали на тестирование прикормку. Они занимались выпуском кондитерки, кондитерской продукции. И из кондитерки перенесли, сейчас еще дополнительно выпекают бисквит для приготовления прикормки. В чем плюс? В том, что они сами выпекают бисквит непосредственно для прикормки. Ага. Они готовят прикормку из остатков. Отходов и остатков. Да? Поэтому, посмотрите, если, допустим, мы фишдрим перебьем через 2-миллиметровое сито или даже через 3-миллиметровое сито, у нас останется остаток. Вот я вам выкупал его в сторону. Сейчас вам покажу, где-то я... Уже не найду, наверное, птички поклевали. Но где-то грамм, до 100 грамм остается крупной фракции. То есть вот эти вот остатки печеньки. То здесь, если вы посмотрите, я больше чем уверен, что оно пройдет все через 2-миллиметровое сито. Я вижу, кукурузка здесь есть. Полностью все пройдет через 2-миллиметровое сито и будет очень хорошая такая пышная прикормка. Пока ее не открываю, потому что будут мешать ее... Абсолютно отдельно. Я понял. Для тестирования, чтобы понимать, в чем плюс прикормки и в чем как бы. Ну, с прикормкой мы как-то разобрались, да? Вот. Ой, да я могу вам еще. В принципе, не до конца я вижу, да, еще много. Это печишка карпио, это я использую для методной ловли. Mm-hmm. Здесь это мелкий пелец. Рыбный микс. Ой, запах. Ну такой. Да, здесь это уже идет... какая-то морская, запах какой-то, креветки, наверное, что-то креветка, есть. Креветка, кальмарчик, осьминожка здесь должен быть. Ну, очень часто рыбаки рассказывают, что это очень удачная прикормка с вкусом вот Холливуд, Холливуд гриль, Four Season, бетаин грин, да, Холливуд гриль, креветка, да. Но это специфическая тема, то есть, допустим, если вы не знаете водоем, то ставку все-таки нужно делать на более... народные, скажем так, рецептуры. Угу. Потому что вот эти все вещи, вот японские от маракуйя, тоже это водоросли. Ну, пакеты у вас открыты, то есть вы их уже испробовали. Да, это для... Понимаю. Это вот попробуйте. Это сумасшедшая вещь. Сумасшедшая вещь, но она специфическая. Это только для коммерческих водоемов, я считаю. Я понял. Потому что в коммерческих водоемах рыба более... Такая... Ну, да, я понимаю, о чем вы говорите. Сложно. Вот есть еще вот такая тема. Будем называть, что в коммерческих водоемах рыба более голодная, чем в природных водоемах. Потому что ее там много и... Вот это такая вообще сумасшедшая тема. С клубничкой. Да, да. Это у нас кальмар с клубникой. Даже делают такое. Страубери сквит. Ребят, ну я вот смотрю, смотрите, у вас очень здесь много. Здесь действительно даже не каждый магазин имеет в наличии такой вот разных прибамбасов для рыбак. Ну, давайте сделаем другой вариант. Скажите, ну сколько времени не надо вам, как профессионалам, для того, чтобы приготовиться на рыбалку? Да, вот. Каждая рыбалка должна быть осмыслена. Рыболов, отправляясь на рыбалку, должен, скажем так, скорость нашей повседневной жизни слишком увеличилась. То есть скорость у нас сумасшедшая. Работа, семья, работа, семья. Зачастую большинство рыболовов, и, к примеру, у меня в год больше 100 рыбалок получается. То есть у меня и видеоблог мой называется «100 рыбалок». Да, мы видели, да, мы смотрим ваш видео. Видеоблог, да. Почему? Потому что у меня по моей работе получается так, что я и на съемках постоянно где-то можно поехать, набраться опыта у ребят. То есть у меня больше 100 рыбалок. У большинства рыболовов, ну, если получится 20 рыбалок в год, это уже хорошо. Поэтому, друзья, отправляясь на рыбалку, помните, что у вас этих дней в году всего лишь 20, ну, может быть 30. И поэтому каждая рыбалка должна быть осмыслена. Вы должны понимать, зачем вы туда едете, на что вы будете ловить, как вы будете ловить, и делать выводы с каждой рыбалки. Именно поэтому следует покупать, не жалеть денег, следует покупать качественные снасти, крючки и все остальные вещи. Не экономьте на себе. Это ваш отдых. И тут...
Ну, давайте следующий вопрос. Вот с прикормкой мы разобрались, да? И тем не менее вы готовитесь на рыбалку. Да, вот как мы шарики так и не посмотрели, в принципе. Это у меня сейчас идет. Да, у меня сейчас вышла уже передача, где мы показываем, как шарики забили. Вот надо смочить. Сейчас. Сейчас. Вон бутылки вода. Да, бутылки вода. Она залипает, поэтому ее надо или маслицем, или просто смочить водой. Эта прикормка не для... Сейчас. Она еще... Еще не готова полностью, да? Ну, еще не готова, да. Я сейчас постараюсь. Залипает. Пальчиками пойдем. Ну, в принципе, мы поймем все равно, да. Не, она еще не пока готова. Еще не готова, да. Да. То есть ее нужно доувлажнять, чтобы она лепилась. Пока она только первое увлажнение прошла, она настаивается, набирается. Ну, все равно вы сейчас готовитесь на рыбалку, да, мы это уже поняли, то есть у вас практически все плюс-минус процентов на 50 готово. На что вы рыбачить сегодня будете? Буду рыбачить фидером. Все-таки вы планировали свою рыбалку? Конечно, буду рыбачить фидером. Дальний фидер фидер у меня трехметровый, фидер у меня компании Zemex. У меня с собой два фидера. Первый фидер, мой любимый, это фидер ProFeeder. Трехметровый с тестом до 60 грамм. Строй быстрый. Строй быстрый, да. Он мне очень нравится, потому что в условиях Южного Буга дальность заброса небольшая, и над берегом висят ветки, деревья стоят и все остальное. Плюс летом хочется рыбачить тени, а забрасывать удилищем длиной свыше 3 метров не совсем комфортно. Поэтому трехметровое удилище, броское. Трехметровым удилищем я бросаю на 50-60 метров без проблем, кормушкой 42 грамма. Вообще никаких проблем у меня нет. Это более чем достаточно, 60 более метров. Более чем достаточно. Да. Для Южного Буга это очень даже достаточно. Здесь нет таких расстояний. Здесь 35 метров – это комфортная дистанция ловли. А я бы даже сказал, что в большинстве случаев 15-20 метров. Правильно, если вы ловите на каком-то мостике, соответственно, мостик построен от берега как минимум метров 20, плюс 30 метров заброса вашего, это получается от берега 50 метров как минимум. То есть это более чем достаточно. Больше, чем достаточно. Но почему-то рыбаки, у них есть какая-то такая теория, чем дальше, тем лучше. Да, да, чем дальше, тем лучше, непонятно куда, я не знаю, что происходит на дне. Совершенно верно, я это замечал неоднократно, и никто не хочет понять, что рыба может быть подкладка, потому что кладочка, да, вот, а мы готовим там прикормку, рыба прикармливается, то есть она может быть близко, но почему-то ее забрасывают. Давайте скажем так, что чем дальше, тем лучше. Это уже не рыболовы, это любители. Ну, может быть, да. Вот, мы не будем их обижать, да, человек, никого, да. Мы никого не обижаем, просто я хочу сказать одно, что, друзья, для этого мы и снимаем программы, для того, чтобы вы учились, берем, да, у специалистов, у профессиональных спортсменов, перенимаем опыт, пытаемся поделиться этим опытом, полученным с вами. Потому что снимаем мы и поплавочников, снимаем мы и спиннингистов, снимаем мы фидеристов, снимаем мы ребят, занимающихся зимними видами ловли. Весь этот опыт концентрируется в нашей команде, и этим опытом мы, соответственно, пытаемся поделиться с вами. И очень, как бы, иногда даже, наверное, обидно, когда люди смотрят твои передачи, но почему-то выводы не делают. Думают, что мы говорим неправду или что-то там. Ну, многие действительно такое, ну, впечатление складывается, потому что мне неоднократно приходилось общаться с такими людьми. Ну, почему не верят? Ну, я не знаю, может, им так нравится. Я отношусь к этому по-другому. Если ты смотришь... Зачем мне рассказывать, я знаю сам все. Да, 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 да. Да. Вот и в таких случаях я на своем канале просто говорю или пишу в комментариях, ребят, если вам не нравится, ну, бора, никто же не заставляет так делать, как делаю я. Вам показали, а вы себе решайте сами. Вот вам нравится так, вы так и делаете. Не нравится, ну, это ваше право. Ну, и ладно, я не буду вам больше мешать. Чуть попозже к вам еще зайду. Да, все-таки мы посмотрим, что это у вас получилось. Мы сейчас уже посмотрим с вымазки, когда начнем ловить. Я надеюсь, я не знаю, как у меня со временем будет, я надеюсь, что все-таки я к вам еще подберусь, когда вы все-таки заброситесь и будете рыбачить на нашем водоеме. Подходите. Да. Да, ну пока я вам желаю удачи. Ребят, спасибо большое. Да, спасибо.
Я в наших гостей украв. Шановні друзі, нарешті, ну я не знаю, нарешті, можливо, так не потрібно було казати, але наші змагання підійшли до завершення. Скажіть, будь ласка, ваші враження, от ви попали до нас перший раз на таке мероприємство. Да. На превеликий жаль, чомусь ми раніше не зв'язувалися з вами, не мали запрошувати вас сюди. У нас це таке вже сьоме відзначення таких змагань. Ваші враження просто скажіть. Ну, скажімо, ми не пересікалися з вами, тому що телеканал ще достатньо молодий, телеканалу ще тільки год исполнился недавно, а именно 30 мая, ориентировочно. Мы поздравляем вас. Да, да, спасибо. Поэтому я думаю, что наше посещение данного мероприятия будет не первый и не последний раз. Скажем так, мы у вас в гостях. Мне очень все понравилось. Мне понравилась самая главная эта атмосфера. Никто не бегает, все размеренно, все хорошо. Прекрасный водоем. Замечательные, добрые люди. Все понравилось. Да, нам сподобалася ваша водойма. Я перейду на русский, потому что... Да, як вам легше. Понравился ваш водоем. Хочется попробовать здесь половить, перейти уже, как сказать, дети ловили на своем. Мы сейчас перейдем немножко на то, что мы готовили уже в течение полутора часов. Постараемся разловить точку. Я смотрю, что в улове есть и карась, и красноперая густера, да, по-моему? Да, нет, густеры нет, есть краснопер, и есть, есть и краснопер, и донная платва. И платвица, по-моему, да? Да, есть. Краснопер, есть. Ну, платва, это платва, да, она перед нерестом, просто у нее красные плавники становятся. Вот, поэтому, я думаю, будет интересно. Есть еще и сом в прилове. Есть. И сейчас время покажет, сейчас мы отправляемся ловить. Спасибо организаторам за прекрасную организацию. Спасибо за то, что угостили нас кофе. Спасибо за то, что помогли нам наградить детей. Ну, я думаю, в принципе, это еще не конец, по большому счету. Да, будем надеяться, что в нашей стране все наладится. Вот, самое главное, когда у нас все наладится в нашей стране, соответственно, мы сможем это все... Перекинуться на другие страны и навести там порядок. Ну, да? Совершенно верно. Это, и мы сможем просто вас пригласить на более расширенные соревнования, которые нам, кстати, у нас тоже происходили. Мы делали соревнования для взрослых. Да, вот здесь да, были дети. Вот, я надеюсь, что все впереди. Я скажу, что у вашего водоема, мы были на многих водоемах, мы проехали вместе с Федерацией рыболовного спорта достаточно большое количество соревнований и непосредственно самостоятельно проехали. Я скажу, что водоем очень перспективный, здесь можно проводить соревнования. Единственное, надо что-то как-то где-то какие-то моменты облагородить. Но сам водоем, сама локация очень даже очень и очень. Поэтому ловите рыбу, отпускайте. Да, ну ми так і робимо. Це, до речі, да, ми чули з наших відзивів, да, ми відпускаємо багато риби. От, і ми хочемо, щоб тут було багато риби, був порядок. Вона поки є. Да, і запрошуємо вас до нас на рибалку. Спасибо. І щиро вдячні за те, що ви завітали на наше свято. Спасибо, спасибо. Надіюсь, що це буде не останній раз. Спасибо. Дякуємо. Дякую. Хай ловиться і велика, і маленька. Да, так, да, так, так, так. Шановні друзі, зараз ми зайдемо до наших знайомих, які до нас завітали на наш водойом. Скажи, що запросимо, бо ми, да, ми прибрали, а ви приходите. Да. Це канал Трофей до нас завітав, і зараз ми зайдемо, подивимося, що вони наловили на наші водойми. Чувствують вони себе комфортно, ми так зрозуміли. Ага. От наші гості раз. Положилися. Ну, зайдемо в гості. Красноперка. Так, да, хороша? Ну, зараз тільки стало на точку, зараз тільки починає приклювати. Ага. Заброски. Тільки єдине, із-за вітру тяжело точки теряти. Находить теряють, находить теряють. Значить, це ви у нас на рибалці вже скільки? Часа півтора, мабуть, да, по часу? По большому счету, для меня рыбалка только началась, где-то полчаса. Ну вот опять поклевка у меня. Сейчас посмотрим на поклевочку. Да, да. Уже, я думаю, что там пинки уже нет, наверное. А наживка яка у нас? Пинка. Маленькие барыши. Угу. Я понял. Да. Ух, живой такой. Да. Різнокольорові червачки. Да. Так. Ну, я думаю, може, дасть Бог вам. Точно рибалка вдасться. О, що-то є, да? Поклевочка була. Ну, млявая поклевка, да? Я
що в принципі це теж рибалка. Ну, є хороші, просто є, є такі, ну, 200 грам попадаються і навіть побольше. Ну, в принципі, можна було спробувати уменьшити поводок. Якщо у вас є така можливість технічна, уменьшити поводок, я думаю, що поклевка у вас увеличиться в рази. При тому, як я ці снасті от вже обкатав, виходить, максимальний поводок, навіть на ту саму славнозвісну снасть, там, убійця карася, да, яка практично працює в усіх регіонах, там, поводок максимальний – це 2 сантиметри. 2 сантиметри. І це було перевірено, це було перевірено на практиці. Раніше такого не було фактора, а тепер щось він спрацював. Якщо фідера завжди я кидав поводочок, образом 15, ну 20 сантиметрів, більше нам ніколи не... Так просто покльовка, ну, уменшилась до такої степені, що ми не могли зрозуміти, в чому причина. А уменшив поводок, практично під саму кормушку поклав, все, покльовочка хоч трошки пішла. Видимо, щось міняється. Ну, там практично на нас, так, сантиметрів 70. Ну, да. Ну, от і спробуйте уменшити його сантиметрів, ну, максимум 20, максимум. Ще уменшати нам. Щоб не було запутування просто, от і все. Ні, запутування у мене там не буде. Поближче просто до кормушечки його. Запутування у мене не буде, а то, що ближче до кормушечки, ми можемо бути так. Чого ж не буде чути, у мене ж камера то не професіональна, парні. І у мене вітер зараз забив, усьо. Я думав для вас. Да-да, ну все одно цікаво. Тобто ми уменьшаємо поводок і робимо його длину із 70 сантиметрів. 70 сантиметрів, то це так, якщо програма, а зараз у нас буде 40 сантиметрів. Робіть меншу. 10, 20, 30, 35. Ми зараз туди уменьшимо, зразу робити не будемо. Ми зараз робимо столько. На какой счет у нас будет клевать. Ага. И после этого уже решим, оставляем мы или идем дальше. То есть нельзя проскочить, нам нужно посмотреть, в каком ярусе стоит рыба. Я понял. Монтаж у нас бывает. Ну, все просто. Чем проще, тем проще ж ловить. Нету сцена засекания рыбы. Это монтаж инлайн, поэтому нужно четко смотреть на кьюер, для того, чтобы понимать поклевку. Цепляем три пинки. На три пинки. Как раз она и клюет. Потому что на парика, на крупного клюет, но не засекается сильно мелкая рыба. А технопуха никакого нема, ничего нема? Да я не могу. Просто было бы интересно, показывая тоже практика, поднятый крючок в нейтральное положение. Чуть-чуть приподнять его. У нас просто така є проблема на водойомі. Ну так, да, ну я, в принципі, я ловлю на кук. Отчитаємо, давайте. Раз. Ну мелко, дуже мелко. Тут нету навіть 2 метри. Ну, 1,5 метра максимум. О! Це тут поклевка дуже серйозна. На який счет поклевка була? Да на 5, наверное. Вы видели поклевку? Да, я видел точно поклевку. Это карп. Ну... Карп, не карп, карп. Может, поспорим? А что это будет? Что это не карп? Это хорошая плотва, мало бы. Да не, ну так же не пара. Да. А когда плотва клюет, что фидер вылетает с поставки? Ну вот, считайте, сейчас... Ну, у нас это редко сейчас. У нас это не только забыл. Ну да. Я думаю, может, даже на... Видео это будет видно. Вот. Проклевывается дальше? Да, я думаю, что мы прошли. Сейчас рыба стоит в ярусе, когда она взяла даже ярусе на падение. И теперь надо уже считать. А я ведь, о чем я и говорил, чуть-чуть бы крючок поднять с дна, может быть, поклевка еще увеличилась вот. Бы. Поймал вроде. Да. Есть? Да. Ну такое, что-то мялое. Она вся вялая сейчас. Не, предыдущая красная перуйка была.
А это какая-то не особо. Ну? Поставила. Рыбалка интересная, рыба такая. Поклевки бой. Сколько ты уже грозанков? Вот. Тише, вторая? Это ну вот, смотрите, что произошло. Она боком зацепилась, то есть за верхнюю губу. Значит, это говорит о том, что длина проводка выбрана правильно. А то, что она берет за бок, это значит, что она догоняла ее. То есть она сверху опускалась вместе с нашей прикормкой на дно. Но поводок уменьшили, и поклевочка произошла быстрее намного. Конечно, конечно. Вот сейчас еще очередной заброс, и посмотрим, что получится в этот раз. Тут не надо именно вообще укорачивать. Тут нет в этом, скажем, смысла. Нет, укорачивать нужно, наверное, по дну. Опять три пинки. Да-да-да. Немножко пинки в корм. Забиваем. А что пинка называется у вас? Подбираем пробочкой и все. Ну как, ну пинка, пинка. Чего называется, я вам не скажу. Я не могу. Пинка осторожно. Но в своей практике я профессионалов еще не снимал никогда. Я не профессионал. 3, 4, 5, 6, 7. Объедает. Нет, на точку не попали. Из-за бокового ветра сносится левее, правее, тяжело попадать в точку. Поэтому здесь еще нужно брать плюс-минус 10-20 секунд на то, чтобы не перемещать. Это не совсем хорошо. Вот поклевка. Вялая, да? Сейчас, да, сейчас. Сейчас подойдет следующая рыбка, начнется конкуренция. Я так понял, тут нажмут червяка закинуть, она сама. Ну вот, чуть-чуть получше. Но клевало очень плохо. Ну, скажем, здесь так очень много свободного места, это тише. Молодец. Добила своего. Засыпала. Это лишний раз говорит о том, что его надо всегда закрывать. Вот это уже хороший размер. И опять, видите? Да. Я считаю, что не поменять ничего. Саша, а ты что? Рыба укрупняется. Это говорит о том, что она куточку собирается все крупнее, более крупной. И в конце концов может даже прийти и карту. Ну, я надеюсь, что вам повезет. Да, что. Палка у вас хорошая. Палка карпа выдержит. Крючок карпа выдержит, несмотря на то, что он маленький. Я знаю. Все будет в порядке. Все будет. Просто единственное, что нам нужно укрупняться с прикормкой. С наживкой. С наживкой и с прикормкой тоже добавлять крупную фракцию. Угу. Вот наша палка. Да, да. Ну, то есть клюет только здесь, получается. Ну да.
тебя тоже красный череп? Да, а ты кормила точку? Есть поклевка? Ну, тем не менее, за 10 минут мы увидели сколько? 3 поклевки? Так клюет в заброс, да. Значит, это хорошо. Заброс рыба, заброс рыба, заброс рыба. Так будет продолжаться в течение всего дня. Все. Значит, у вас будет удачная, ребят, рыбалка. Я надеюсь. Самое главное, процесс. Он как для всех, это интересно. Да, процесс как у всех. Да. Красотища. Вот мне чем нравится водоем, это красивый водоем. Здесь очень красиво, да? Да, да. Локация хорошая. Очень даже. Карповая, такая чистая карповая. Ну, если карповая локация, если так, как вы говорите, ну, это желательно сместиться туда, на глубину. Там действительно есть некоторые ямы, которые доходят до 3 метров. Там есть пару ям таких, ну, там, хотя здесь прекрасное место тоже. У меня где-то там приямочек я нашел. Грубо говоря, глубина маленькая, но я нашел легкий приямочек. И вот этот приямочки я и ловлю. Лет 5, не, больше, наверное, лет 6 назад мы, да, еще рыбы здесь было маловато, мы взяли эхолот и обошли весь водоем в поисках ям. Мы не нашли, нашли единственную яму, она была где-то в размере 3 метров, и диаметр ее был приличный, это там, за мостом. Но что интересное, после того, как мы набросали сюда много рыбы, появились ямы. Да, и очень такие, я бы сказал, даже неплохие ямы, и с перепадами и в 50 сантиметров, и даже есть и глубже. Это карпы. Так, ну, кабаны. Ну да. Ну что, ребята, буду говорить вам до свидания, удачной вам рыбалки, я рад был с вами познакомиться поближе, ну и всего наилучшего. Я думаю, рыбалка у вас удастся, да, в принципе, уже есть результаты. Хорошего отдыха. Спасибо. Все, до свидания. Спасибо. Всем удачи. Все, мы уходим и не будем мешать ребятам отдыхать.